Есть запрос на взаимодействие и множество планов. Глава Сургута встретился с муниципальным координатором российского движения детей и молодежи. Ксения Наумочкина рассказала о большом количестве идей по преображению города. Над ними сейчас работают воспитанники организации, разрабатывают презентации. Руководитель общественной организации отметила, что движение уже год. Членам этой ячейки, объединяющей тысячи представителей подрастающего поколения, хотелось бы большей вовлеченности в городские процессы. Максим Слепов предложил встретиться для обсуждения всех дальнейших планов. Это будет встреча рабочая только с нами или с детьми, потому что дети у нас сейчас на лето, у них домашние задания, это проектные пикники, они пишут проекты для города, для того, что они хотят видеть в городе. Ну, раз уж от вас идет запрос, давайте формировать. Вы какой состав видите, состав участников этой встречи? Да, ну то есть у нас будут активисты с предложением, проектными предложениями для города. То есть мы будем рассматривать проекты конкретные? Да. Давайте, тогда вы готовите проекты. В зависимости от количества, но я предлагаю где-то делать все-таки не кабинет, встречи, а где-то собираться в более конкретных центры, местах, да. Молодежных. Ну, то есть даже там, например, молодежный ресурсный центр. Давайте.